Кто сядет за парту героя? В одной из школ Первомайского района Новосибирска почтили память погибшего бойца. О том, почему важно помнить истории земляков, расскажет Андрей Баев. Раньше в этой школе учился старший разведчик-снайпер Валентин Хохлов. В память о нем сегодня устанавливают парту героя. Валентин не раз бывал в зонах боевых действий. В ноябре прошлого года по возвращении с задания его автомобиль подорвался на мине. Я запомнила любящим, отзывчивым и очень ответственным человеком. В нашей жизни он был самым добрым, самым прекрасным. И наша жизнь, как говорится, разделилась на до и после. Сейчас мы учимся жить без него. Ребенок пытается в воспоминаниях своих папу видеть только прекрасным, хорошим человеком. Всем она говорит, безусловно, что папа у нее герой России. Валентин Хохлов в армии с юности. В 2015 году принимал участие в сирийском конфликте. Уже в первые дни СВО отправился на фронт. За годы военной службы Валентин получил 7 медалей. Парта героя – это замечательная акция. Я, как понимаю, в школе поставят ее в кабинет ОБЖ, и все ребята по очереди будут иметь возможность сидеть за этой партой. Есть QR-код, наведя телефон, ребята смогут узнать о Валентине, о его подвигах. Патриотический проект «Парта героя» существует с 2019 года. Главная цель – формировать у школьников уважительное отношение к истории Родины и ее героям. Память о подвигах Валентина Хохлова также установят мемориальную доску. Андрей Баев, Иван Деревянченко, Евгений Агеев, новости ОТС.